Ну что, мы видим? Ну, в принципе, подвеска работает. Очень классные клипсы, крупные такие, прям солидные. Ну да, покрасочка слабенькая. Ну, мне он особо-то и не нужен. Боксик вот еще интересный есть. Самое главное на эскизе, на картинке, везде вот такие держатели сделаны, а тут только на боксике. Но что-то новенькое. У аксиала такого не было. О, ну закрыть так же интересно. И с этой держалочкой все равно ничего не получается. Так, ну что тут у нас? Коробка перевернута, как все уже говорили. Вот. Ну, немножко, конечно, попроще все. Намного проще. Рама гуляет вся, вот такая на излом. Будем ставить что-то жесткое. И интересненький фаркопчик. Тоже, кстати, заинтересовало этим. Так, что у нас? На липучечке. Хорошо, акумчик. Акум. Никель-металлогидрид. Ну, в принципе, тяжеленький, но они с функцией памяти. Мы их будем, соответственно, менять. Так, на первый раз. Сейчас мы это все дело отправим на зарядочку. Так. Да, тут, скорее всего, будем пробовать, смотреть, как он будет под весом ходить, потому что надо по-любому его утяжелить, очень легенький он, хотя резинка мягенькая. Сейчас тоже разберем и заклеим дырки сразу. Будет там еще держать. Может быть поинтереснее что-то, потому что нам вода не нужна, сегодня выпал первый снежок, так что, ну что, пойдем заряжать, да, обкатывать двигатель. Кстати, на коробке валы намного дальше выходят, чем у аксиальной. Будем посмотреть, как говорится. Так, что у нас еще здесь? Это пока вот сюда. Техника наша. Что у нас в этой коробочке? Зарядочка, которыми никто никогда ничего не заряжает. И аппаратура. Здоровья на толку, наверное, мало. Такая, посмотрим. Инструкцию, наклеечки, ключики, вот, кнопочку сюда сделали, включение, клипсики запасные, баллончик. Так, ну, пока что все. Будем заряжать и сейчас попозже немножко обкатаем.